субботу в Самарской области облачно. Пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. 23-25, тепла днем, ночью 20-22, выше 0. Ветер южный 5-7, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, дождь. Днем плюс 22, ночью плюс 20, южный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти тучи и дождь, днем 23, тепла, ночью 20, выше 0, южный ветер 7 метров в секунду. В Самаре облака, дождь с грозой, днем плюс 23, ночью 20, тепла, южный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, температура воды в реке Волга 17,5, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.